Рядом со мной Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, теперь уже безоговорочные новые чемпионы России по фигурному катанию. Здравствуйте. Ребят, вчера сказали, что откатали как на тренировке. Сегодня, судя по результату, по прокату, то же самое. Наверное, был такой прокат средненький, не на полную катушку. Мы все-таки подустали, у нас было 5 стартов подряд, 4. 5-й старт подряд, и поэтому у нас уже такое состояние, немножко вот у Кати уже не стоит на ногах. Вот. Но мы свой среднячок откатали более или менее хорошо. Очень эмоциональный был прокат. Тренеры даже сказали, что на концовку хватило. И вообще, и очень приятно, конечно, было кататься. Не знаю, я этот прокат просто с таким удовольствием каталась. Да, было нелегко ждать так долго, конечно. Уже сидишь и не знаешь, чем себя занять. И поспать, и поесть можно, и погулять. Вообще нелегко вот. Последними катать. Да. Но мы с этим справились. Мне действительно каталась как у себя дома. И такая поддержка здоровская была. Вообще, спасибо всем. И, конечно, с наступающим всех, да. Да, с Рождеством и с наступающим Новым годом. Ребят, вот вы сами сказали, столько стартов подряд, уже действительно устали, вот и ноги подкашиваются. Может, как-то устроить себе перерыв, отдохнуть? Ну, будет несколько дней, сейчас Новый год, нас сейчас сразу отпускают, третьего уже налет, потому что чемпионат Европы. До него еще будет время и поменять что-то в программах, и отдохнуть, и со свежими силами. И морально, и физически, да. Да. А вот поменять что-то в программах уже есть какие-то задумки? У меня есть. Пока еще... Это секрет, да? Не, не секрет, просто пока сложно сформулировать, что именно, какие связки. То есть пока еще не до конца я определился, что надо поменять. Мы все равно, естественно, с тренером будем разговаривать. Мы, естественно, будем обсуждать это с тренерами между собой. Но у меня уже есть идеи. Работать есть над чем, в общем, что и будем делать, да, слава богу. Понятно, будем ждать от вас чего-то новенького. Спасибо вам большое, поздравляем еще раз. Счастливо. Спасибо.